давай сначала заложим мне на этот потом там. Вон, держи, вон. А, земля немножко. Паук. Сейчас идет первый этап подготовительных работ. Осуществляется завоз строительных материалов и оборудования. Ранее запланирована подготовка площадки под основные технологические объекты с устройством фундамента под сооружение. В августе подрядчик приступит к реконструкции резервуаров чистой воды. Сдача объекта планируется в ноябре 2023 года. Ранее второе место. Налей мне тоже. Я полоснула кружечку. Ладно, кружечку. Так, друзья, у нас начало нового дня. Солнце уже высоко. Хотя время-то 7 утра. 7 утра время, мы уже позавтракали. Сейчас вот еще в порядке посуду намоем. Но опять по разным сторонам. Проверка жерлиц, рыбалка на удочке и так далее. Поняли, короче, одну фишку. Ну, давно поняли-то. Морды, которые стоят на глубине. Их достаем, наверное, давление или что там, или кислород, что другой. Короче, они сразу же дохнут. Их ведро пересыпаешь, все, они там уже такие вялые. Поднимать, что ли, медленно морды надо. А которые морды у берега, ведро бросаешь, все, они нормально живые, на жерлицах живут сутки больше. А те все, которые с морд, с глубины достаешь, на жерлице ставишься, они сразу дохнут. Так что сейчас в основном будем на удочку ловить жеребцов. Как-то вот так, в общем. Сейчас тоже им опять камеру туда. В прошлый раз, говорят, что-то наснимали, но плохо. Ну, вы это уже увидели, наверное. Лодки в бое. Приедем, опять варим обед, супешник или что там будем варить. Президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит срок поступления в силу закона о продлении так называемой дачной амнистии с 1 сентября на 1 июля нынешнего года. Я буду ходить промывать. Вот мы в первую очередь для того, чтобы дать
Все, в общем, одни в одну сторону, я в другую. Вот которые отсюда живцы беру, с морд, они еще живут. А с других почему-то, которые там, нифигашеньким. Ну тут сейчас, наверное, опять как всегда. Одна сорожка, если вообще что-то будет. Вообще ничего нету. Вообще ничего нету, но тут не плавает рыба. Или уходит куда-то. Ладно. Тут что-то есть. Так еще кусок хлеба добавим. Там стояли, так, наверное, там что-то у них попало. Может, нет. Может, к острову ближе переставить. Одну вот эту, да? Можно, наверное. Короче, ладно, берем, так положим, думаю, к острову выкинем. Тут у меня 4 жалятся и погоним к острову. Да, 7 утра, жара уже. По 8, наверное, уже. Тоже живой. Поехали, он чуть-чуть на удочку половим. Блин, вообще солнце жарит. Солнце жарит уже. Да, начали тут мозг компенсировать. Спрячем от солнышка. Короче, сделали вывод. На удочку живет дольше.
чем с верши или с мордом. Удочку не клюет, а нет, блядь, вон что-то пошло. Тебе все, что ли? Расклюем. Вау. Ну, такая-то мне не нужна. Но мы все равно. Все получается. Как обычно. Всего червяка. Куда-то он улетает, блядь, после них. Ладно, не буду вас утомлять. Включим еще позже. Есть. О, ни хрена. Там крупнее. Я никогда крупного окуня не видел именно здесь. Она крупная, а можно крупного посадить? А? А можно крупного? Зачем? А? Зачем? А это сорок. Это окус? Да. Да. Ребята, крупные есть все-таки? Динчик, смотри, да, какой? Папа, угу. Побольше воды набери. Это мы сейчас сделаем. Да-да-да. Папа, ты. Дергается. Ты, наверное. Так что ты сразу испугался-то? Бери. Взял, да? Да. Идем потихоньку по нитке. Егор, аккуратно. Да. Не сильно, наверное. Ты бы это, лучше слез бы с этой штуки. О, там маленький. Не, там, нифига себе. Это маленький. Да? Тащи ее сюда. Ну нифига маленький. Аккуратно ее в этот, совсем в этот. Ай, не могу я. Возьми так ее, с веревки и вытаскивай. Давай. Во. Да. Ай, мопси. Давай вот сюда. Интересно это такое, давай. Ой,
Нифига себе маленькая. Да, нифига как не вытащил. Больше всех, которые мы это ловили. Все. Она скоро она самая большая из всех, которую мы поймали. Да это не та, что-то тоже. Вообще другую смотри. А. Дальше. Ага. Он синенькая, ты не видишь, что будет. А я-то думаю, про эту. И про следующую ну, говорю. Я буду брать. Прикинь на 5 килограмм. А, там же у нас веса не было там просто. Там веса были. А я был бы за веса, может быть, там бы была, да? Ты сюда идет, я не тянулся, там тоже нужна бы щука. Да? Какой стрелок? Блин, мне страшно. Мне страшно. Мне страшно. Мне страшно. Мне страшно. Сильно привел. Это ее знаешь, как еще надо уголь? Ну, как? Тянешь, все начинает дергаться. Чуть-чуть приспустить, но нитку не отпускать, да дать ей немножко отойти. Я понял. Это, чтобы она устала. Угу. Если сильно дергается. Нет, там есть. А прикинь на 6, на 4 килограмма. А это поймали на сколько примерно? Только давай вот здесь, пожалуйста. Как я тебе плыву? Ну, ладно. Давай бегом и сюда. Вот. Да. Она бы сейчас сорвалась бы, наверное. Скорее всего, надо вот так вот идти, бля. Половина дохлых тоже. Нет, друзья, на первом продольнике батарея села, на втором даже забыл включиться. Батарею поменял, ну тоже, короче, ничего нету. Ну мне-то еще, наверное, час плавать, они-то уже как бы заканчивают, там им осталось, по-моему, 3-4 жерлицы, и все, наверное, в избу поплывут. Или рыбачить будут, не знаю. Может, поплывут обед варить. Ну, а мне сейчас туда.
Куда? В лопухи, ну ёпт. Вон туда куда-то идёт. Она в лопухи идёт аккуратно, да. Тяни, давай по лопухам пойдём. Там большая. Чувствуется. Ты чувствуешь, ты лопухи там тянешь. Нет? Ты смотри, за лодку-то зацепилась, вот. Там вышло пухи. Ты не тяни. Почему? Давай эту я. Она, смотри, она вон туда, туда, туда. Куда? Она вон туда, под лодку, потом еще туда идет. Подожди, я плыву сейчас сам снимаю. Папа, ты сейчас. Она в... Ну, короче, все, что все там, это... Папа! О! Эх ты, доставай! Так я сейчас и буду доставать, сейчас я поплыву, как мне удобнее. Она идет в лопухи, вниз в лопухи, потом вверх в лопухи, потом там дальше, не знаю. Но она не дергается? А? Если не дергается, она нет ни хрена. Так она устала. Егор, на серединку, пожалуйста. Она есть тут. Есть? Да. А я тебе о чем? Тяжело тянуть. Так, надо спинку. Давай, папа. Мози. И семелис. Пошла, пошла. Что, большая? Такие щучки-то все, да? Хорошее место здесь. Да? Вот видишь, вчера ничего не было здесь. А вот сейчас берет. Может, там не будет уже ни хрена. Она, может, в этот раз здесь берет. Да что ты? Там маленькие щучки, да? Две я вытащила, одну ты. А... Вон она там. Хорошо, да? Присела. Она, кстати, недавно клюнула, походу. Нитку видишь? Не, фига. Нитку бери. Давай. Она недавно клюнула. Нитку видишь? Да, вижу. Давай. Она недавно клюнула. Почему недавно? Почему ну, она не устала? Взял? Да. Аккуратненько, аккуратненько. О, тихо, подожди. Отпускать? Нет, подожди. Ты не отпускай нитку вообще. Вот, давай. Хорошенькая такая. Так, тихо, ай, тихо, ай, тихо. Давай сюда ее быстро. Мать, сойдет. Она сейчас... Сейчас, подожди. Ты ее не поднимай не так, чтобы она не ушла. Так, ну что, Данечка, давай. Опа. Еболь. Ну, идет она. За глаз зацепилась? За глаз? Йоу. Нормально, так и да, за глаз. Слушай, ну память. Фу. Теперь надо руки мыть. Фу. Ты что, не привези рыбы? Я не привез, стороне поймали. Я ничего не поймал. Как-то вот так. Все, сейчас. Чистим рыбу. Готовим обед. Сначала пьем кофе или чефир. А водов? Вообще будет полно. Короче, уже жара, короче, ветра нету. Водов сейчас налетит, хуйма нахуй. Ветра хочу, ветра.
Ветра хочу. Ибо мы наблюдатели. Как хорошо получается. Всем стримонить. А что, картошку и морковку, да? Двух. А лук где? В картошке. Где картошка и морковка? Ой, где картошка? Лук а сразу в ту сковородку, в большую. Красную? Да. Красную? Потому что эту я занял, мы туда макароны высыпали. А? Зачем он тебе? Вон мой цветок, ты бери. Ну острый он. А ты тупой наш? Ножик маленький. Деревянные ручки. Это... деревянные ручки, которые? Вон где ложки. Нет, вон он. Я специально его на стол положил. Мама, я теперь знаю, как паук свою еду ест. Только что паук прям ел. Ел, а потом ел. Комара.